Tu vas fer, tothom? Piglet! Вот старый весик какие-то, рухлядь какая-то. Всем привет, ребят. Мы в Москве, приехали на Левшу. Грязюк какая, да? Ну, смотри, в сапожках-то таких. А нашим пофигу сапогам вообще. Сухо. Да, и ноги в тепле. Так, вот здесь вот касса оплачивает за эти, за места. Народ еще раскладывается тут. Термос вместе с креплением с тракторным. Угу. Гейши-то, да, с набора. Да. Интересно, сколько стоит? Пойдем, пусть люди еще, видишь, только да, раскладываются. Да, да. Пойдем дальше. Картинка, сука. Надо будет зайти сюда. Ну, угу. Люстра прикольная. Угу. Ну, потом зайдем. Вон утёк. Сколько интересно. Высоцкий. Тарелки. А это что за статуэточки у вас? Продано. А я, посмотрите просто. Ну, немец. Лена, здравствуйте, а сколько денег сейчас, не секрет? Нет, нет. Я здесь могу сказать, можно. Халява. Ну, сюжет такой, на любителя. Ну, да. Прикольный. Ивановский? Шикарный. Да, здравствуйте. По голосу определила. Да. Гости приехали сегодня. Медведь шарнирный. Хорошо. Деревянные ложечки. Интересно, сколько вот это? Здравствуйте, а сколько стоит? Долгорукий. 400? 400 рублей. Такая ножовка, да? Да. В общем, такое, наверное, состояние зубов хорошее. Туристический. Это что за тарелочка? Какие сидят. Да, да, это китайцы. Я знаю, что китайцы. Англия, что ли? Да, наверное, что-то такое. Смотри, какие. Интересно. Современные, скорее всего. И вон девушки сидят, чай пьют. Коктейли. Вот эти современные, а вот эти девушки-то неизвестны. А девушки у вас? Какие? Вот чай пьют. Новодел, да? Новодел. Вот это грушу потерял. Да. Какой-то фигни нету. Что-то я даже не знаю, что снимать. Глаза разбегаются. Да, рынок всего непонятного даже. Все, завалы кругом. Глаза уже в разные стороны. По сравнению с нашим рынком. Да. Ну, народу тут трындец вообще. Очень много народу. Стекло. Да. Сколько денег? 500. Один штук или все? Один. По 500 рублей. Ну да, такой необычный. Что-то куча всего, непонятно ничего. Ну, череп, смотри, какой. А рамочка с листочками что стоит? Чеканка классная. Все, шум выехал, вот я звонил, нет, ты на месте уже. Сколько она, спроси. Подойди. Здравствуйте, там. А сколько чеканочка у вас везде? Вот это? Вот так висит. 2-300 рублей любая. А череп? 4-500. Чеканки интересные, да, обе? Гипс, да, череп? Наверное, да.
А дешевле чеканки никак? Обе если? Да. Обе за 500 отдам. 250. По 250. А дешевле куда? Это медь все. Да. Так что там 200 грамм меди-то? Ну какая, все равно. Ладно, подумаем, спасибо. Да в принципе недорого, молодцы. Люстры разные. Мама, я не знаю. Вот это интересно, да? Куда она заходит? Новую квартиру? Еще тонкая такая. А сколько люстра? Вот это. Вот это. Вот это есть. Дороги там. 3000. Ну так, как-то это. Не дешево, я бы сказал. Тут что-то какие-то шмотки, да, на этом ряду все завалено. Шмотки, шмотки, шмотки. Чика. Это не рисуется. Ну да, это такое. А ночью телевизор смотрит. Ночью там часы. Китай. Кроме всего, там интересно. Военные. Ну, кто-то бухнул так по полной, да? Да, тут, блин, за неделю не обойдешь. О, мопеды. Ой, кому чего. Классно. Рига, да? Тебе состояние. Давай. Бак сзади. Это 11-е. 30 за оба? Один? Один, конечно. Серьезно? 30 000 один, ну это вообще, конечно. Вот это то интереснее. Это тоже ваш? Нет. Это вот, молодого человека. Мопед сколько? 10. А с документами? С документами? С документами? Фига, как мы дешево мопеды продаем. Вообще. Медь. Все Европа, скорее всего, да? Половина. Ну, это точно Европа. Ну, что за сосуд такой интересный? Смотри, какой кувшинчик сделан. С дракошкой. Угу. Класс вообще. Вот интересный. А сколько с драконом? Это Индия, да? Интересно, да? Что-то крест какой-то немецкий тут на нем. Ну интересно, да, здесь 4500. И цена тоже интересная. Канделябры, смотри, классные, да, такие бронзы. Птички какие-то, жар-птицы, что ли. Стоят, сколько на европейский набор стоит? Франция, наверное. Или что-то такое. Ну да, такое. А спроси просто для интереса, сколько набор. Скажи, пожалуйста, набор сколько вот это? 85 000 набор. А можно я вот там? Интересный, да? Вон там сережечки. Доброе утро, скажите, сколько стоит? 600 рублей. Ой, что-то не залазит. Обезьянка. 400 рублей. Однако. Что-то в этот раз цены выше, чем у нас, да? Да. Все подорожало, добавлено. Смотрите там, я их уже не помню. Сколько медведя? Три. Девочка.
это мы куда-то не туда зашли, да, наверное, не в такой ряд нормальный. А мы сейчас и там, и там. Тут что-то одни какие-то вещи, как у нас, надо идти что-нибудь старенькое смотреть. Можно глянуть-то? Да. А вот красный. Это у нас перебилось, это что? Это Италия. Италия? Современная, да? Ну, может быть, ей там лет 30, не знаю. Понял. Это мы на Украине. Венера. Пойдем на отделку. Конечно, нет. Все современные. Даже ткани, ребята. Ну и какая ваза прикольная, да? Домой. На пол ее. Хоп. Ниток. А, все уже. Больше не надо. Термос красивый. Сумка полевая. Сам инструктора. Снимаем. Да. Женя. Виталий. Ну, не в состоянии такое вообще. Мам, как раз Виталик вот подошел. Почем? Ну мы по 10 продаем. Тебе нужен он или что? Да не, не, я. Понял, понял. А бритва сколько? 600 рублей. Ладно, мам, давай. Потом. Уже состояние все, да? Ну да, такая. А эти три хорошо. Да, это планета цели. Но это непонятно, рынок просто. Красиво. Вот это? Нет. Да ну фигня говорит, современная. Шкатулка. А что-нибудь старенького нету? Старенькое, ну вот более-менее вот. Вот это вот. Вы не замерзли? Не, тепло, хорошо. Ну это бирюза. Ну да. Вот такое. Прям супер старого такого. Особо-то подразобрали. Ну как всегда, че. А девочка почем? Девочка 10 рублей. Она колотая, видите? Я вижу, вижу. Не советую туда ехать. У меня друзей там много. А мы вас смотрим, учимся. Дай бог. А я скоро канал закрою. Чего? А, надоело. Да, ну здорово. Да не, я уже вылечился, мне надо чем-то другим заниматься. Давай, это скучно. Здравствуйте, вы, наверное, из Иванова. Виталя. Смотрел ваш выпуск. Очень понравилась в Иваново машина вот эта вот. Швейная, склеенная. Почему-то там 2000 стоит. Мы просто вообще были удивлены. Как да, со шкивом, с таким крутым. Типа Зингер только. Я знаете, крепкий. Сколько у меня прошло через мои руки, я просто, если честно, даже без понятия. Ну более такая девочка, 150. Надо, я вам привезу за 1000. У меня есть старая. С клеймами, с царским. Вы нам напишите. Добрый, ваш подписчик. Виталий. Александр. Спасибо. Блин. Я пройти не могу. Вот по этому ряду уже, наверное, человек 20-й. Я не знаю, что так народ до тебя смотрит. Я вообще в шоке, если честно. Ну давайте, успехов, ребят. Не болейте, самое главное. И теплее одевайтесь. На серебро похоже, но не серебро. Человек какой-то мимо шел, говорит, о, Виталь, привет. Я вообще в шоке. Ой, машинка какая интересная, пожарная, что ли, да, или нет? Да. Он весь уже уделан. Такая вывеска интересная, смотри. Добегаю до калитки за 5 секунд, а ты? А, старый баян. Ну и что? А сколько пожарка? Кто тут шесть. Вообще? Здесь интересно танки. Ты любишь танки. У нас такой есть. И такой есть. У нас, в принципе, это вот все есть. Коробочки, смотри, какие интересные. А сколько интересно этикетки?
Это тоже ваше? А этикетки почем у вас? По 50 штука. А эти вот? Это 1500, это 1000, это 700. Ну, в принципе, у нас так же. Такой. Лев. Лицо что-то знакомое. Где-то я тебя... Или мы здесь уже встречались на рынке? А это у нас что, старенькая, нет? Не знаю. Не похож. А, нет. Старенькая. Старенькая, старенькая, да. Типа проектора лучше. Ну, она очень плохо состоит. Ну, давай, давай. Пишу, у нас в Иваново места мало, сюда надо было приехать. Да. Своих жуликов хватает. Миша, вот да. Штука. 200 рублей. Жуликов, лицей. А что, ты честный, что ли? Я честный. Да ладно, на этот рынок честный не ходит. Ну что уж вы так людей-то, это самое. Одно жулье так и норовит наебать. Что, подешевле купить? А, ну видишь, без колес. Такие эти, как у нас есть, эти. И сколько такая пушка? 800. 800. Без колес нормальная цена. 800. Да, нормальная, не лупит цену. Ну, самодельный. Зингер. Самодельный. А нет. Луженый. Угу. Нифига не самодельный. Наверное, продается, да? Конечно. Это интересно внутри-то. Зайдем? Да, надо тоже с нашим барахлом сюда ехать. Торговать. Теперь? Да, как-то. Еще, кстати, хороший велосипед. Ну да, неубиваемый. Надо что-нибудь интересное взять, а то рынок большой, а толку. Это лазочка. Это блёсен, да, или что это? Да, советские, кстати. Нифига себе, какая навороченная сумочка. Что-то я таких даже и не встречал. Я тебе не знаю. То есть он по траве, да, раз, чик, закусила. Интересно. И сколько такая? 300. Чудная, ни разу не встречал. А? Ну, там что-то... Это эти СССРовская, да, наверное? Да, это СССР. А вот этот? Ну да, 10 рублей. Это стандартный. Ну да, она такая только выполнена, интересно-то. Чудно. 300 рублей, да? Можешь... Зато эксклюзив будет. Ну да, необычно. А вы в Ютубе выкладываете? Не знаю, а что? Голос знакомый, просто смотрю там передачи. Бывает, выкладываю. Сколько, интересно, стоит? А сколько денег? 300 рублей. Рабочий? Но, нет, не проверял. Нет, у него ручки нет. Ну да, что-то тут. Микрофон. Ну это недорого, 300 рублей. Бур. Электромегафон. Ну да. Смотри, урны какая-то. Нифига у них тут в масштабе такой. Мебель. Чугунные, блин. Только они их переносят, я не понимаю. Вот это вес. Интересно. Сходи до продавцов, спроси, сколько урны стоит. Дорого, конечно, там дорого. Да. Она потом находила других. Вот. 35 урн. Одна, да? Да. И ты знаешь, да. Прикольно. 30 лавка. Это считай, вот так сделал. Вот раньше ставили. 30 лавка, 30 тысяч и 35 урн, да? Ну фигня какая, 65 тысяч. А Георгий победоносец. Интересно, что это? Икона или нет? Или так просто? Ну да. Ну, вон еще одна урна, да? Где-то, блин, видно, на Чермете купили. Класс вообще. Ну, мегафон-то, да, рупор. Аэропорт, что ли, где-то недалеко тут?
Стажерка такая интересная. Да, интересно. Сколько стоит, спроси. Почем у нас вот такие? Четыре, да? Нет, ничего страшного. Девушка. С медведем не переводит, да? Глянет, я сейчас пойду деньги возьму. Подожди, подожди. Омега интересная. Вообще класс. Смотри, омега классная. Вау. Вообще редкая. Наводился. Она еще маленькая. Самовар электрический. А я его не продаю, кстати. Самовар, да. Это доска у вас. А доска от 1200 до 2, от дубовой доски. Вот такая самовая политика. Но мне больше столик понравился, чем доска. А столики от 3 до 5. Вот это 3, 4, 5. У вас вообще. Столик обалденный. Берите, это недорого. Не знаю. 5000 человек. А это я взял так, чтобы, знаете, ну, для антуража. Красоты, и чтобы люди некоторые разы, куда мы его поставим, а зачем он, блин, он нам нужен? А я имею в виду, что вот. Позолотка. Классно, смотри. Да, твоя слава. Андрей, а сколько сейчас это стоит? А льготы есть? Сколько у него тут аушка? Не вижу. Как они? Футбольное поле, да, называется? А сколько денежек? 3000. А, сколько? АУ. АУ 10. Чего? АУ 10. Так, торта, торта. А, 500 рублей. Вы посмотрите, Мельхиор, и там клеймо такое красивое. Смотри, состояние за заря. Вообще прям. Ну-ка, не сидела с документами. А эти сколько? За 1,5, да. Женские. Женские, да. Приятно так в руках подержать, чистенькие. А ракета? На правую. Эти 1,5. Полтора. Тоже десятка, да? Да, вроде. Не помню. Да, десятка. Тут все 10, там кое-что 5. Эти также 3, да? Да. У них календари разные. Один календарь на русском, другой на иностранном. На английском, да. Интересные часики. Так, ну. Кто-то коллекционирует вот их. Ребята, набор 20 тысяч. 21 штука. А вот здесь наволочки? Там наволочки, да. А наволочки? Наволочки большие на двушку. Это тоже продаете? Наволочки почем? Зелень. А как же, мята продается. Наволочки почем? По 100 рублей. Первое место в чемпионате СССР, 79-й год. А сколько такой выпил? А? Выпил 1,5. Полторы. А за 200 отдадите пупсиков? Блин, набор прикольный, шайб. 20 тысяч. Настоящий ведь, да? Из Марокко. Даже зубы остались почти. И сколько денег? 500 хочу, потому что хвост так живет. 500? А, ну да, хвост. Есть такой целый. А целый сколько? Деревянный, да? Побитый уже такой весь. И сколько? Набор этот не комплект, он поэтому за 1,5 я даю. Слонов, ну, до 600 оба там. Полторы. А бивни не сохранилось? Сколько гусар? 4500. Станьков. Подпись есть.
один за сколько продадите? А? Один за сколько дадите? По 150. Они по 2,5. По 2,5? Люди уже в Америке, вот она, женщина рисовала, уже в Америке, сейчас 15 лет. А радиолы почем у вас? Радиолы? 2000. Две? Да. А та? 1000. А без крышки сзади и без шнура. Ага. А это у нас что, ВЭФ, океан? Да, ВЭФ. А он сколько? 1000. Рабочий? Репка почем? 35. Ну вот видите. Баташевская репка после реставрации. Баташка? А рюмочка вот эта белая? Тоже баташевская, в никелем, 35 комплект. Все, что вы видите там, поднос, капельник, труба и самовар. Этот? Ваза гладкая, 27. Рюмка гранная Воронцова, 25. Смотри, класс вообще. Какого имени? Бавария. Легкий такой вообще, прям даже не чувствуешь. Не такой? Да. Это не Кемерово. Это будет первый. Боюсь трогать. О, классная медь. Только меньше. Выстученная медь кованая. Дорогая, наверное, вещичка. Медь. Это даже, наверное, Европа. Это ведро, да, такое? Через тяжелое. Не, легкое. А сколько ведерка? Это новодел, да? Многие шли. Именно в родной. И вот этот вот. Этот. Сразу выступил медный купорос на нем. Ну, современная уже. Современная. Смотри, камера сядет уже. Что тут? Ложка шурит какая-то сделана. Смотри, что такое? Он еще может светиться. А, это типа светильник она сделана. Вон, смотри, тут эти лампочки, да, вставляются. А это не тебе, блин, это чумалика. Ну, любитель. 166. А сколько любитель? За 1000 рублей. По 500? Нет. 600. Не, я 1500 их продаю. Я сегодня просто. 600. Не, не могу, честно. Хорошая цена, 1000 рублей. Ну мне не заработать. 800 дай мне. 600. Не, не могу. Не люблю торговаться вам. А он уже скинул. Алло. Морж, да, прикольно сделан вообще. Посмотри, куда они наткнули. Этот сифон, да? Да. Не. Индианка. Нет. Она вся коцаная. Состояние. Рука сломана. Ивановская фабрика. А вот это Ивановская сколько? 5. Тысяча рублей просрочка. Ладно, успехов. Стоим. Вон эти зайцы. Салонки. А с эмали вот такая почем? 2000 рублей. 1000. Ну, у нас так же. А синтетическая почем? Жар птица кушаем вообще просто. Практически. Че клеймо какое? Показал. Нету, да, это? Нет. Сколько денег? 6. Красота. Ничего не скажешь. Индия. С эмалями такая. Интересные. А там еще вот там можно? Интересные вещи. Я знаю. И цены, кстати, адекватные. Мы не первый раз здесь. Да? Да. Такой агрегат, да? На чурке вешается. Вколачивается. Это не ваше? Нет.
Издалека видел, как называется? Комната четырехчастная. С распятием. А это вот сколько она у вас? 24 тысячи. 24. Сильно плохая, да? Да нет, все плохое видно. Клинев нету. Уже. Все плохое видно здесь. Вот. И вот эту вот трапу. А сюжеты прекрасные. Казанская Богородица. Георгий вообще классный. Георгий и Сергий. 24, да? А праздники? 12. Все под реставрацию. Более-менее праздники, да, вот. Скоропослушница, близкая к Иверской. Доска такая толстая, шикарная. Mm-hmm. Сколько денег? 5? 50? Да и состояние вообще огонь. Заводное еще, да, или инерционное. А сколько такая чесночница? 100 рублей, он сказал, да, вроде? А самолетик вот такой? Еще раз. 500 рублей. Что, недорого так-то вообще. Я не знаю, как она называется. Кларнет. Тоже, смотрите, это интересно. 25 копеек всего стоило. Да, наверное. Класс вообще. ГДРовские? А почем они? 500. Класс вообще. В принципе, недорого. Какие красотки. Все из подписи, да? Yeah. Высота, наверное, больше метра, да? 1.20 метра, наверное. Письменного набора. Сколько? Ир, ну я тебе сейчас секунду. Фазанчик, скажите сколько? Сейчас, секунду. Да я здесь уже приду, я тебе и карту уже номер отправил. Сталин. Давай куда их отправляют? Да, на телефон или на карту. Давай, спроси, подойди, фазанчик, сколько стоит? Я понял, потому что там сейчас уже очередь собирается. Класс вообще. Давай, давай. 4 тысячи. Это 19 лет. Я вижу, не поднимайте, я посмотрю. Да. Я почему к нему сразу и подошел, а не к чему-то другому. Не, ну это, да, А эти петушки или кто это? 3000 пары. Они бронзы или что? Бронза, бронза. Бойцовые петушки. Ну это новодел. Ну, не сказать, что вчера это сделано. Ну. Фазанчик клевый вообще. Жалко с утратами, блин. Ну, утраты, это же музейная погрешность называется. Красота. Четыре, да, вы сказали? Да. 3500 мне уже сдавали, но постоянно к нему, кто понимает, действительно. Ну я сразу его оттуда вам увидел, издалека его увидел у вас. Интересно, и где-то. А остальное все. Он еще побольше, смотри, какие классные. Такие 6 уже побольше, да? Этот, сколько сказали, 3,5? 3,5. Он сам бронзовый, а хвост не... Олененок такой. Все новодельное такое, конечно. Канделябры. Или ножки. Нет, нет, мне кажется, это типа подсвечников, что ли. Нет, это ножки от столов. Помнишь, у нас как-то было? Нет.
от светильника. Не знаю, не похож на светильник. Может, светильник. Четыре штуки. А может, и ножки действительно. Спроси, сколько они. Рыбы такие. А ножки рыбы сколько у вас? Что? Ножки рыбы. А, ножки? 8000 комплект. Ага. Смотри, раки такие же. Самолет. Самолет, что ли? Альфа. Почем катушечный магнитофон? Почем? Магнитофон 1000. Не Сань. Пробовал, не включал. Не пробовал, не включал, у него шнур даже отрезал. Сань, я не знаю, но. Ага, этот. Ну и то глядеть, и то глядеть надо, может, там металлолом. Да что это, нормальное состояние. Нет, у меня. Нет, вот оно. А по теплам почему? 9. Ну, они так же. 9. Ну все, успехов. Юрий давай, вроде, да? Да, 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 да. Помнил. О, видишь, вспомнил. А я даже не вспомнил. А нам пластинку подарили. Ну чё? Это штука. Кувшин такой, да? На этом, друзья, первая часть заканчивается. Так как ролик получается, ну, очень длинный. В следующей части покажу еще больше товара, еще больше цен. Множество интересного товара. Так что не пропустите, смотрите продолжение. Спасибо всем за просмотр. Всем мира!